Друзья, всем привет! Мы приехали к Ане, чтобы посмотреть на щенков Виспа и Голда. Они уже подросли. Сколько они им сейчас уже? 26 дней сегодня. У Ани все точно посчитано. Мне, чтобы сказать, 4 недели там. 26 дней. Сейчас нам уже не терпится их скорее посмотреть на них. Пойдемте быстрее посмотрим. Ну вот, друзья, мы наконец-то увидели щенков Голда и Виспы. Давно мы их не видели. Уже 2 недели, да, Ян, примерно? Ну, они сейчас сонные. Голдики. Просыпаемся. Это вообще прям голдяныч, смотри. Прям голд. Угу. Вот ты голд. А вот она девочка, да? Посмотри. Девочка. Да, я угадала. Вот это тоже маленькая девочка. Вот я смотрю, что девочки у них головы другие. Ну, да. Девочек. Это тоже девочка? И дети, посмотри. Да, это девочка. Вот три девчонки, их по голове сразу видно. Скажи, мы девочки, нам скажи, положено быть попроще, да? Ну вот самая классная голова у Белого, конечно. У Белого классно. Это немец наш. Да, в Германии все пытались его зарезервировать. И как деньги до нас не доходили. До сих пор? Дошли. А, да, дошли. Они уже через Москву сделали. Ну-ка. Это кто? Щеки мне его нравятся. Ой, какие щеки это классные. Это швейцарий, который... Какой номер? Покажи морду. Это первый, по-моему. Сейчас я точно первый? Скажу. Второй. Это второй? Да, вот он первый. У них полосочки только разные. Угу. Отличай как хочешь. Какие голубики. Щеки вообще обалденные. Это ну, который как... Швейцария, который еще не зарезервировали? Нет. Вот это номер два. А вот это Швейцария? А вот это Швейцария. Угу. Да, тоже щекастик. Так, подожди, они же оба зарезервированы вроде бы. Да. Все мальчики зарезервированы? Да, да. У нас все мальчики зарезервированы. Ты такая красавица, Аня. Скажи, мы просто еще очень маленькие. Давай сейчас твой по порядку каждого в руках да, снимем. Да, это Аня знает. Аня знает номера. Давай начнем с девочки номер один. Давай. И потом дойдем до... Подожди, вот это, по-моему, у нас девочка номер один. Вот такая. Держи, рассматривай. Можешь подушку взять. Я вообще к ним могу туда залезть. Головастая такая. Ты такой головастик? Да, головастик. Так, друзья, это девочка один. Ну-ка, посмотри в камеру, передай маме свой привет. У нее уже есть мама. Что? А, это... Что? Ты ко мне тянешься? Я скажу, вот такая красавица. Да? Ну покажись, мордочку-то. Ты чего все ко мне, да ко мне? Ты вон такая красавица, на камеру не смотришь. Ну, давай. Вот. Нет? Так, знаешь, это у нас девочка номер один. Да? Которая зарезервирована уже. Да. И у нее такой же шоколадный прикольный нос. Язычок когда показывает, смотри. Да? Да, видишь, зеркало. Молодая. Да. Вот козе какая. Вот видишь, козе какая красивая. Согласен. Хозяйка нас ждет, какая она девочка. Угу. Что она такая хорошая, да? Она очень... Серьезно, я просто подумал, что это мальчик, да? Нет, это девочка. Я девочек сразу всех трех увидела. Ваня там кто сидит? Девочка два. Угу. Уже, уже хочет в камеру. Девочка, два у нас пока на момент съемки видео еще продается, да? Я? Она осталась самая крупная? Ты такая барышня у нас. Да. Чего угу. такое? У нее другая мордочка уже. Ну тоже щечки такие же, пухленькие. Что, тоже шоколадные, да, с носиком? Они все одинакового окраса, кроме двух. А девочки вообще все одинаковые, все как папа. По поведению отличаются девочки, все примерно? Две девочки спокойные, часто спят, умеренные, а угу. это такая прям активненькая девочка. Да? Да, она самая маленькая. А я, кстати, часто замечала, что маленькие щенки, понимаете, бывают очень-очень активные, даже мега активные. Ей приходится за сиську драться со да? всеми. Хочешь жить у нее в детстве? Ну, видишь, какая она сразу притихла. Да, вообще очень нравится. Прижалась, притихла. Молодец. Yeah.
Что-то первая не хотела нам. Ну, знаешь, раз первую возьмем, что-то как-то я ей мало бы. Они сейчас спать хотят, как раз время спать, поэтому они сейчас будут засыпать в любом месте. Угу. Кроме тебя, да. Скажи, а мне все интересно. Давай, держи ее. Ты пойди искать. Ой, да, чувствуется, что она меньше. Ну, голова-то у меня. Да, квадратная. Ну, красавица, смотри, какая. Очень классная. Слушай, как так получилось? Может, ты у нас хочешь остаться? Очень красивая, маленькая. Ян, да, это намек. Ты как ты любишь, маленькая и квадратноголовая, и у нее, смотри, глаза расставлены широко. Это так, что смотрите, пока продается, но, возможно, Ян любит. Присматривает. Тем более, мы, может, построим новый пекарню. Ты построила уже? Ну, если построим. Если. Пока она вырастет, как раз и построить. Да. Ага. А пока растет, где она жить будет? У тебя? Да. Да? Смотри, что делает. Ну, они у тебя прям скалолазы, я смотрю. Да. Они полностью вылазят уже. Ух ты, это левый парень? Да, этот, который спит вот здесь и наверху, как Маугли. Он забавный, да? Он здесь и не спит, он именно вот так по верхам ложится и спит. Он куда зарезервирован? В Германию. А, в Германию левого, точно. Да, что такое? Что такое? Левого, я смотрю, звездун самый, да? Да. Нет, звездун шоколадный. Он сейчас спит. Он спит просто. Давайте посмотрим. Ну, мы его как-то последнего. Мы его дали последнего. Да, поэтому пока мисс пусть спит. Давай, кто там у тебя? Мальчик. Мальчик номер один, да? Опа. Да, показаться надо. Ты чуфяк? Очень статный мальчик. И ты чуфяк? Классный, да, Ян? Да. Скулы вот эти вот здесь, смотрите, да. Прямо уже как выдаются красиво. Не всегда и не у всех щенков это выдается, да, а вот именно вот этой линии щенки у нас, они у нас очень хорошо, прям такие щечки всегда выдают. Так, мы сейчас показываем мальчиков, которые все уже зарезервированы, да, что надо сразу сказать? Да. Ну, мальчики все, на сегодняшний день они все в резерве. У нас только две девочки продаются, вот, которые мы только что показывали. Вторая и третья, да? Да. Вторая покрупнее, третья маленькая. Остальных просто смотрим, радуемся, как ребятки подросли и... Снимаем видео для хозяев, чтобы они тоже видели. Я скажу, пока пошплю. Вы скажи, болтайте, а я пошплю. Очень спокойный парень. Очень классный. Это швейцарец? Нет, это который... Я уже запутался. Нет, по-моему, это швейцарь. Я не помню, Гош, по номеру. Я тебе писала. Значит, таких сколько же такого окраса мальчиков? Двое. Значит, один и два. А второй куда-то зарезервирован. Один в Германии, один в России, по-моему, нет. Один шоколадный, а куда что-то еще? Может, у нас продается все? Нет. В России куда-то, да? Ну, короче, прошло уже минуты 2-3. Я искал, сейчас зашел нам посмотреть информацию, кто куда у нас зарезервирован, чтобы уже не путаться. А этот парень, короче, у Яны так и заснул. Зато мы теперь точно знаем, что мальчик один у нас в Швейцарию, мальчик два у нас куда? В Уренгой. В Уренгой. Мальчик три у нас. В Германию, мальчик 4 в Москву, а девочка, которую мы только что показывали, кто такой, ты проснулся? Первый самый, она ты у нас проснулся? Ставрополь. Привет. Привет. Кто такое? На Галдяныча, который похож больше всех. Кто такое? Все, скажи, я проснулся и понял, что что-то не то. Я скажу, где-то не там. Где мой мир? Где мои бразы? Браза и сестерс. Ну, давай следующего тогда. Мальчик номер 2. Красотун. Ты тоже щекастик. Да? И щекастик, и головастик. Это который в Новой Уренгой. Угу. Все, вот там. Мальчик красавчик. Они как будто посветлели, мне кажется, нет, одинаковые примерно. Нет, мальчики одинаковые, только полоски разные. Девочки темнее, чем мальчики. Ну, полоски выйдут, да? Да, уже уходят. Скоро мы их перестанем различать.
Нет, Аня, тебе придется их различать. Но у них полоска у этого шире. Ну, они, в принципе, разные по головам. По голове. Яйки у всех проверяешь? Ну, пока есть. Ну, ты какой такой медвежонок. Ты такой ездюк торчит. Где ездюк торчит? Кто такой? Смотри, у него почти как у бабушки Буси. Видишь, пятки белые. Прикольно. У Буси взял, у бабушки, у своей белые пяточки. Ну что, давайте красавца смотреть, который выдающийся. Кто там так сопит? Ладно, спит, снится что-то. Он даже бровком поддергивает. У нас теперь пошли самые яркие, необычные. Это лиловый мальчик. И лиловичек, мальчик. Лиловичек-то, да? Привет. Ну, у него и голова интересная, и окрас интересный. Блеснулся такой. И щечки, смотри, какие выделяются. Широкоголовый такой парень. Вот вам, скажи, всем язычок. Видишь, скажи, маленький еще, потом скажи, язычок торчит, да? Классный мальчик будет, на папку похож. Мне папка похож, да? Я буду как папка. Поедет Евросоюз. Будет там звездой из России. Американский буль сделан в России. Uh-huh. Приехавший в Германию. Сложная история. А бабушка у него приехала из Испании. И дедушка из Испании. Будет и Буся. Ну, все предки из Испании приехали. Uh-huh. В Испанию они из Америки приехали. Короче, мигрант. Ну да, это да. Кто такое? Что ты за бракош? Этого даже снимать нечего, он настолько классный, все сразу ясно. Ну такой плашковый у меня на ладошку. Все? Что, засыпать начнет? Да, он похоже. Смотри, такие спокойные пока. Ну, мы с тобой последний раз видели, они еще глазки не открыли. Уже Ну, лиловый цвет на боли очень смотрится эффектно. У нас не так часто рождаются лиловые. Это лиловый соболь. Иди. Иди, красавчик. У Васи, по-моему, или у Лилу лиловый соболь в прошлом году был? Позапрошлым уже году. У Лилу был. От Лилу. Голода. Да, от голода. Да. Лиловый соболь. Да. Он такой яркий, красивый тоже. Но другого оттенка. Если это ближе даже к лиловому, можно даже принять этого за чисто лилового, да? Но от того больше такой, как апельсинка. Устал. Привет. Сейчас проснется. Ой, привет. Здравствуйте. Я шоколадный заяц. Я ласковый на все 100. Ну, пока вы вообще кроще. Вот так. У меня, конечно, мощь такая. Лапки широченные, очень огромные. Но он самый крупный у нас мальчик. Да. Самый крупный у нас. Необычный. У тебя не будешь что убрать? У меня тут коленки заняты. Коленки заняты. Бери двух. Он спит. Бери двух, это тоже будет спать. Вот мальчик у нас самый крупный. Ага. Самый продвижной. Самый первый всегда. Доминирует над всеми. Это самый большой, крупный, конечно. Да. Что, ему... Самый большой это. Ну, пока он выглядит как тюфяк. Ой, тяжелый. Он спит, потому что. Не, большой, чувствую. Может, это будет XL? Нет. Стандарт, скорее всего, будет, да? Ну, конечно. Коротколапый. Судя по всему, будет стандарт. У него все такое большое, и голова большая. Вот это кадры вообще, ну это понятно, он сразу такой любимка. Вы посмотрите, он уже себя ведет, как взрослая собака. Ну, он уже все, пофиг, только спит. Боли так часто себя ведут. Спокойные такие. Тишаня сказала, что они уже набесились перед нашим приездом. Угу. Поэтому они все вырубились. Все. Все.
смотри. Как он у нас на жердочке спит? Обалдеть. Вот он всегда там спит. Он всегда там спит? Да. В такой позе кверху? Да. Это наш на фотографию присылал. Еще голову может закинуть вверх. Вот именно, вот этот щенок так спит. Удивительно, он, конечно, спит. Да, вообще. Как так, что ему? Не, у нас тоже всякие акробаты были. Ладно, один раз, да, случайно уснул. Нет, он вот один раз там, и теперь постоянно, ему понравилось. А, видимо, его там никто не тревожит, поэтому так. О, проснулся, смотри. Давайте понаблюдаем, как он оттуда уходит. Ну, забавно, как к нему еще тянется. Ну, Диман, они там тебя потрепали хорошо. Да. Мы уже металл прибили. Боже, как нам хорошо. Идиллия такая. Друзья, давайте сейчас еще снимем тех двух девочек, которые у нас остались на продажу, чтобы зрители не поняли, кого можно вообще приобрести. Это девочка самая маленькая. Яшка здесь была. Меня еще здесь разбудили. Так, это у нас девочка 3, которая самая маленькая. Очень красиво. Переверти ее, она потом мы вдвоем еще снимем. Мартышка. На обезьянку похоже. Не знаю почему. Конечно, она тебе обезьянка. Я. Я грозная боль. Это я всех съем. Он туда вообще не вываливался еще, не? Вываливался. Дурачок. Может, ты его уползает. Ага. Ты снимаешь, да? Да, снимаю. Вот, блин, забавный парень, а? По головам. Блин, классно вообще. Он придумал себе свой уголок. Да. Но он еще день-два и будет туда уходить под диван. Они уже выходят. Что-то выдумал себе такое, да? Да, ну, главный, король лев. Король лев, да, сидит, возглавляет свой, это, сверху охраняет. Все, застрял, кажется. Не, выберется. Не застрял, просто позу удобно ищет. О, хорошо, на кого-то прилег. Да, брательника сажал. Там, по-моему, кому-то неудобно внизу. Это же брожуля. Стайные животные легли, все друг к другу прижались, им тепло, хорошо. Кница чего-то, ребята. Давай, я сразу двух девочек посмотрим, рядышком. Держи. Нет, держите у нас. Вот такие две девочки. Справа у нас девочка 3, а слева девочка 2. Он не перепутал? Нет, конечно. Я запомнил, что 3 самая маленькая. Ты маленькая? А зато это кто? Большая. Блин, ну не отличаются. Я расскажу, чем они отличаются. Не головы. Размерами. А, размерами. Головы одинаковые, просто они разного размера. А, поэтому так. 3 темнее, чем 2. Ну, по спинке можно показать так. Ну, мне кажется, когда они вырастут взрослым, будет особо большой разницы не будет. Я ее как кошку растяну. Ну, вечно как это, кошек. Яна. Аня. Не, я точно кошек не расставляла. Да. Я зато несколько раз была на выставке кошек. Мне, кстати, нравится. Может, кошечек живем? Я тебе предлагала, ты ж не хочешь. Ты мейн-кун большой хочешь. Или орика. Я к вам буду приходить. Трогать? Да. Я теперь не могу маленького кавалерчика забыть. Да, они сегодня приезжали к нам тоже с кавалерчиком, с леди познакомились. Что-то они какие-то у тебя вырубательные все. Ну, спать хотят, они покушают. Вырубательные все, это вырубательные. Да, спать же хочется. Ну да, пока мы такие пришли в гости, они спят. Они не ждали. Ты на это посмотрел. Да, блин, вот мастер акробат. Ну это вообще. Короче, ребят, видите, этот парень просто спит во всяких возможных позах. Ты классный, обожаю его. Аньке нравится вот этот. Обожаю просто. Мне тоже так понравился. Он очень впечатляющий будет. Да. Что, съесть меня хочешь? Он прям машина такая, мне кажется, будет. Они когда маленькие, все время хочется скорее увидеть, какие же они будут большие. А когда становятся большие, хочется, блин, вот вы побыли еще маленькие. Да.
Мне когда грустно, я к ним так сажусь, а у них, когда они не спят, они на меня наваливаются кучей. И давай целоваться. Ну, только заводчики знают, что есть такая опция. Завернуть туда и тебя. Ну, это, наверное, самая классная опция. Да, это вот, да. Сложно, но когда эти малыши, вот как я, ну, сейчас там пальчик грызет. Когда они все вместе к тебе лезут, думают, что ты это вообще, к тебе напряжаться, пригреться. Ты пописал? Молодец. Ой, он так красиво сейчас встал прям. Короче, шоколадный. Да, он мужик. Он самый свирепый тот. Ничего, скоро начнут бесилки. Да, я думаю. Бесилки, моталки устраивают. Просто они сейчас проснутся и начнут. Что ты меня кусаешь? Шоколадный, когда спит, он бровками подмигивает. То одна бровка, то вторая бровка шевелится. Проснулись? Вот проснулась девочка у нас, да? Она кусака. Ты спи. Вот как настоящий. Опять в новой позе спит. Голову поднял, взял кровку. Прилила. Так, все, начинаем просыпаться. Представляете, он приедет в Германию, будет у своих хозяев тоже. На люстре спать. Да, какой-то взрослый будет там где-нибудь, знаешь. Вверх ногами на диване. Нет, так они же булики, если диван низкий, допустим, такой, любят же попа тут, а... Да, у нас да. Кто-то был, помнишь? Вот это проснулось, начинает всех доставать сейчас. Всех будить, скажи, да. Что вы спите-то? Просыпайте, спи. Потом она всех разбудит, сладко да. Гляжет. А замок. Знаем мы такое. А же уже здесь, может, ее тоже снимать? Она изменилась, нет? Нет. Она завтра уезжает. А, да? Точно уже? Яна, куда уезжает? В Москву. В Москву все-таки ты выбрала? Это столько вариантов было. Яна, расскажи, кому ты ее отдала? Поедет в Москву. Кому? Людям. А, понятно, людям отдала. Ну, хороший выбор, да? Тебе это хорошо. Да. Она домохозяйка. Возраст? Средний? Средний. Так. Двое детей, но уже... Как у нас? Подросшие, да, как у нас. Наши сверстники. Ну, наверное, кошечка есть в доме, собачка. Ну, собачка, взрослая уже. Они понимают ответственность, что они могут взять? Все объяснила, все расписала во всех красках, все варианты худших и лучших раскладов. Казали, что готовы? Говорят, что да. У них есть эта возможность? Да. Это самое главное. Ладно, главное, чтобы были на связи, не пропадали. Ну, у нас вроде никто. Да, они ее полюбят, она классная, она за человеком прям, я ее с собой беру, выпускаю. Она не с собаками бежит гулять, вот за мной именно, хвостиком. И сразу под завоны прибегает. Хорошая Короче, девочка. Короче, ориентированный человек. Да. Ну, это я не могу просто. Ты просто нечто. Как тебе так может быть удобно спать? Я не понимаю. Новые хозяева, вы смотрите это видео, пишите в комментариях. Вам, скорее всего, уже клички им дали, интересно. Да, я их уже буду называть. Да, мы их будем уже... Аня будет, уже не будет мальчик один, мальчик два, мальчик три. Аня любит клички давать. Да, это мы не даем клички у нас все по номерам. А Аня такая, ну, Шурика, помните, были и Соник, и Кефирчик, и все она там придумала. И ты давно. Ты давно, да. Не вылезти. Скажи, ну я скажу, ну я спать буду. Можно отдельное видео про этого парня снимать, да. Он, короче, звезда. Эй, присыпайся, покажи, как ты отсюда вылазишь. Скажи, да кто знает, как вылазить? Как? Как-то вот начинаю педалями крутить. Сразу вырывается. И опять засыпаю. Силы кончились. Ну вот, друзья, мы снова посетили Аню. Спустя пару недель. Теперь будем возвращаться уже когда что. Думаю, там. Через дней 10 вы приедете. Ну да, когда они опять сильно избились. Сейчас начнут, когда уже бегать, чтобы уже не лишь бешеные. Но они через 10 дней уже будут бегать. Да, они уже через 10 дней где-то сбегают. Да, у них уже вот эта территория будет полностью их. Пусть сейчас они еще вон какие-то тюлени. Тюлени, они щеночки. Бульмени, как нам кто-то сказал. Бульмени. Если бульдожки английские пельмешки, то это бульмени. Ладно, короче, ребята. В первом закрепленном комментарии будет написано, продается ли кто-нибудь еще, и ссылка на сайт, где можем установить стоимость щенков.
и наличие. Но мы прощаемся с Аней. Как всегда, было круто, интересно. Ждем вас через 10 дней. Аня, да, остается кайфовать, а мы поехали домой к своим. Все, всем пока.